у наших сегодняшних зрителей, у зала. Вы все знаете, что паспорт необходимо менять в 20-45 лет. Все знаете. Уважаемые наши эксперты, а вот смотрите, допустим, ну проморгала я, что мне 45 лет, мне казалось, что мне теперь еще 20, паспорт я не поменяла, чем мне грозит? Берется штраф, если бы она разменяет. Сумму не помню, но такая большая сумма, но штраф. Я боюсь это ошибиться, но там небольшой штраф, и затем после уплаты госпошлины и плюс этого штрафа человек получает, меняет. Но, смотрите, наша героиня, она супер гражданка. Она не просто следила за этим. На второй день после вашего дня рождения вы пошли менять паспорт. Не помогло.